турнире приняли участие танцоры из Сочи, Туапсе, Майкопа, Краснодара и Республики Крым. Всего порядка 500 участников в возрасте от 4 до 18 лет. Юные танцовщицы выступали в номинации «Соло» без партнеров. Жюри оценивали умение слышать музыку и правильно выполнять движения. Все участники получили медали, грамоты и памятные подарки. Нам помогает администрация города Сочи, потому что без помощи администрации мы бы не справились. Это и финансирование нашего турнира, и все, что касается сладких призов и так далее. Следующий турнир будет проходить уже в Краснодаре. Это большой турнир «Золото Кубани», куда наш клуб тоже будет ехать и представлять там наш большой Сочи.